Всем привет еще раз. Красиво, да, дорогие зрители? Очень красиво. Первая береговая линия. Слишком так вот. Потрясающий вид, скажем. Крепость Алании. Ну, все шикарно. Ну, высокий этаж. Первая береговая линия. Обалденный вид на все Средиземное море. Закаты по вечерам. Все прекрасно, в моих понятиях. Хочу все сказать, все хорошо. Ну, 1+1. Цена 165 тысяч евро, дорогие зрители. Вот такой балкон. Спальня. Просто бомба, да, все вот. Закрывать двери. Никакого шума. Шумоизоляция очень шикарная, качественная. Вот планировка вот интересная, вот спальня. Гости там. Занавеску туда сделать, ну, вдруг в постели там. Ну, интересно придумано. Гостиная, совмещенная с кухней. Ой, как красиво. Красота требует жертв. 165 тысяч евро. Хорошо. Есть вся инфраструктура. От открытого бассейна до открытого бассейна. Сауна, хамам. Только сдали в эксплуатацию. Так. Надо же смотреть, за что платить. Доводчики есть. 165 тысяч евро. Везде теплые полы. Хотя бы так. Так. Угу. Вот санузел. Так. Все. Звонить. 165 тысяч евро. 1+1. Первая береговая линия. Обалдеть. Вау! Лежите, кайфуйте. Как красиво, красиво, мило. Пляж здесь плиты. В нескольких местах вырублено и изъято. Вот там, например, видно, что плит нету внутри моря. Но внутри, по-любому, Махмутларе у нас есть скалы, плиты. Дорогие зрители, это был 1+1. Еще у нас есть в этом проекте 2+1. Это прихожая. Цена этой квартиры 2+1. 225 тысяч евро. Так. Я редко снимаю первую береговую линию, но вот запрос пошел. Приходится снять. Здесь душевая кабинка. Санузел. Встроенный шкаф. Угу. Не сработал наводчик. Покажу сразу спальню. А, здесь два санузла. Так. Все. Зашли сразу в душевую кабинку. Первая спальня хозяйская. Вид на море, на Каркаджак. Это у нас отель. Это вторая дополнительная спальня. Тоже видно море, которое не закроется никогда. Покажем. Квадратные метры. 60 на 121. Посчитаем. Угу.
гостиная, вид на море, теплые полы. Кухня, гранитная столешница. Сами оцените вид, планировку. Ну, что скажу, планировка мне подошла. Спальня не совсем маленькие, 11,5 квадратных метров, 12. Гостиная тоже не маленькая. Вот. Интересно. Ваше мнение напишите в комментариях насчет цены, планировки и проекта. Панорамные окна. Ну, туда я выходить не буду. Вид вы уже увидели, крепость Алани тоже видно. Шума нет, вроде сейчас будет шум. Я тоже кайфую. Вы смотрите, кайфуете, я тоже смотрю, кайфую вместе с вами. О. Шум волн. Кстати, внизу у нас кафе. Всем пока-пока. Я буду продолжать смотреть.